По-моему, я с кем-то танцевала. То, что ты спас мне жизнь, не значит, что ты можешь делать все, что угодно, Джулия. Что? Привет, а я и не заметил, как вы вошли. Естественно. А продолжайте, продолжайте. Это было очень интересно. Очень интересно и довольно поучительно. Мы с Джулией много пережили за последнее время. Такое обычно очень сближает людей. Извините, он застал меня врасплох. Я так поняла, что это не было насилием. Августа, учитывая обстоятельства, Джек, я думаю, тебе лучше не приходить на вечеринку. Мне кажется, это будет не совсем удобно. О, напротив, я настаивал, чтобы ты пришел к нам. Не знаю, будет ли у меня свободное время. Вне всякого сомнения, ты должен прийти. Мы будем ждать тебя. Ты так думаешь? Разве они не прекрасны? Я хочу заполнить всю квартиру цветами, чтобы поприветствовать возвращение Мейсона домой. Если он вообще вернется. Обязательно, он вернется сегодня. Сиси, я очень рада, что вы помирились. Точно, ты знаешь, я вообще не припомню, чтобы ты была так рада чему-либо. Конечно, я рада. Ты в порядке? Ты немного бледный. Я немного устал, вот и все. Надеюсь, ты не заболел. В последнее время многие простывают. Может быть, цветами займется Роза? Нет, я хочу заняться ими сама. Думаю, я должен тебе сказать, Роза и Сантана сейчас беседуют на кухне. Ты снова разрешил Сантане приходить. Роза и ее мать, я не могу запретить им видеться. Алло, Мейсон? Роза, я взяла трубку. Мейсон, ты чего так долго? Я уже приготовила тебе комнату. Может, ты займешься этим в другой раз? Мне нужно, чтобы ты пришел. Просто ты мне нужен. Лайнел, я считаю вас очень понимающим человеком, одним из самых чутких людей, которых я когда-либо встречал. Конечно, я приду на ваш вечер. Скажи мне, когда, и я отложу все другие дела. Спасибо, Джек. Ты можешь уделить мне пару минут? Я хочу у тебя кое-что спросить. Конечно, спрашивай. Можно? Прекрасно. Не часто можно встретить такого важного человека, как ты. Пойдем выпьем. Джулия, мне надо поговорить с тобой. Августа рассказала мне, что вам пришлось пережить в Нью-Стейленде. Я сгораю от любопытства. Когда ты был в тюрьме, ты думал, что можешь умереть? А? Я был уверен, что умру. Так, наверное, это было ужасно. Так вот, меня интересует, было ли что-нибудь такое, чего тебе очень хотелось? Извини мое любопытство. Ничего. Знаешь, к несчастью, я находился в тюрьме, поэтому мало чего мог сделать, даже если бы очень захотелось. Ты, наверное, хочешь знать, что бы я сделал, если бы был на свободе и знал, что мне осталось жить один или два дня. Я бы попытался сделать так, чтобы моя жизнь закончилась с блеском и без хныканья. Ты бы поступил так же, правильно? Да, конечно. Я не хотел бы, чтобы меня жалели. Я бы хотел прожить свою жизнь на высшем уровне. А почему ты об этом спрашиваешь? Есть какая-то причина? Да нет, мне просто интересно, как люди реагируют на стрессовые ситуации. Вот и все. Наверное, каждому из нас нужно пережить что-то подобное. Знаешь, мне нужно идти. Ты серьезно приглашаешь меня на ваш вечер? Абсолютно. Я сообщу тебе дату, это будет очень скоро. Очень великодушно с твоей стороны. Пустяки. Я знаю, что Августа хорошо к тебе относится, не говоря уже о Джулии. Было очень приятно поговорить с тобой. Передай, пожалуйста, Джулии, что я ей позвоню. Обязательно передам. Да, скоро и меня не станет. И времени у меня мало. Но я воспользуюсь им как следует. То есть ты приедешь только завтра? А, ты работаешь допоздна над делом Теда. Конечно, я хочу, чтобы его оправдали. Ты хорошо ее рассмотрел? Хорошо, да она меня чуть с ног не сбила. И ты уверен, что это одна и та же женщина? Абсолютно уверен.
«Хорошо, я так долго ждала. Подожду еще день». «Я не очень рада этому». «Что?» «Да, я скажу Сиси. Пока». Сиси сказала мне, что ты пришла повидать Розу. Зачем ты пришла сюда? Я не знала, что мне нельзя заходить на кухню. Будь моя воля. Джина, ты все еще держишь зло на меня, верно? Я думала, что раз ты вернулась домой и чувствуешь себя лучше, ты обрела способность прощать. Не тебя это точно. Жаль. Мне некогда лясы точить, у меня есть дела поважнее. Я не хотела задерживать тебя, просто подумала, что мы могли бы посочувствовать друг другу. В смысле? Ты что, не знаешь значения этого слова? Знаю, Сантана, я просто хочу знать, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что тебе, наверное, очень тяжело делить Сиси с бывшей женой. Тебе должно быть нелегко все время видеть Софию рядом. С чего ты это взяла? София больше не представляет для меня угрозу, и ни с кем я его не делю. Надеюсь, что это правда, потому что, когда я вижу их вместе, я думаю... Что ты думаешь? Говорят, что с женой муж проводит свой последний день. Хорошо, что в поговорке не уточнили, с какой женой, верно? Ты думаешь, что Сиси больше заботится о Софии, чем обо мне? Если да, то я скажу тебе, что я взрослый и самостоятельный человек, и мне не нужна ничья забота. А в последнюю очередь мне нужно, чтобы ты приходила сюда и разбрасывалась намеками и обвинениями. Я только пыталась помочь. Неправда. Я знаю, что вы с Софией пытаетесь сделать. Вы пытаетесь отобрать все, что у меня есть. Я хочу отобрать у тебя только своего сына, чтобы обеспечить его безопасность. С тобой он не всегда знал, что такое безопасность. Я заботилась о Брэндоне всю свою жизнь. Как ты смеешь так говорить, Сантана? Правда? Тогда почему ты позволила ему найти эти таблетки? Он чуть не с крыши не упал. Это произошло случайно. Если бы с ним был кто-то другой, а не ты, то этого вообще не произошло бы. Что здесь происходит? Вас наверху слышно. Спроси у нее сам, Сиси. Мне казалось, что мы договорились, что будешь приходить сюда только для того, чтобы видеться с матерью. Я всего лишь пытаюсь тебе помочь. Хорошо, только быстро. Я вспомнила. Я была в этом платье. Такое же платье нарисовано в блокноте. Но почему я в нем? Высокий человек. Очень добрый и учтивый. Почему я не могу вспомнить? Я с ума схожу. Я не была одна, это точно. У меня была в руках эта корзина. Наверху спальня, кровать и ванная с окном. Эй, кто здесь? Кто разрешил тебе вывести эти деньги? Никто мне не разрешал. У меня вечеринка, за которую мне надо платить, поэтому я их взял. Я не привык спрашивать разрешения. Хорошо, мистер Локридж, я ввожу новые правила. С этого момента, если вы захотите снять значительную сумму со счетов компании, вам нужно будет получить подпись Минкс. Она так решила. И раз я теперь являюсь членом совета директоров, я требую, чтобы вы подчинялись этому правилу. Нет, никаких правил. Я знаю, что ты задумал. Собрался захватить корпорацию? Я сталкивался с таким раньше. Ничего такого я не собрался делать, мистер Локридж. Меня наняли выполнять работу, и я пытаюсь выполнять ее как можно лучше. Да ладно, я все знаю. Принцип «разделяя, властвуй». Думаешь, что получишь контроль над финансами семьи? Неверно. Я их контролирую.
Лайонел, у вас мозги не заточены под управление деньгами. И это сказал не я, а ваш адвокат, бухгалтер и управляющий. Просто признайте. Брик, скажи мне, кто заработал все эти деньги? Минс сказала, что это сделали ваш прадед, дед и отец. А еще она сказала, что ты обладаешь даром убеждения, но при этом являешься дилетантом в вопросах финансов. Правда? А что насчет всего остального? Лайонел, самое главное, что она запомнила, это то, что недвижимость на пляже перешла в руки Кэтфеллов. Это не твое дело, Брик. Обещаю тебе, что когда я умру, ты не получишь ни цента наших денег. Я четко пропишу это в своем завещании. Звучит очень угрожающе. Буду смотреть по сторонам через 20 или 30 лет. Открой дверь, когда будешь уходить. Отлично, но то, что я сказал, имеет силу. Привет. Лайонел сказал, что хотел со мной поговорить. Да, он внутри. Заходите. Странный парень. Лайонел, Фрэнк. Рад тебя видеть. Давно не виделись. Как дела? Как твой молочный бизнес? Производим новый вид творога, и, по-моему, он будет неплохо продаваться. Серьезно? Слушай, Фрэнк, я не хочу слушать про творог. У меня есть кое-что посерьезнее. У меня тут дело жизни и смерти, как сказал бы Шекспир. Ты готов продолжать? Да, конечно. Прочитай, пожалуйста, вслух вот эту бумагу. Как в старые добрые, да? Не всем была дана эта привилегия, но те, кто могли, называть его другом. Те могут считать себя благословенными. Звучит как надгробная речь. Это и есть надгробная речь, Фрэнк. Я сам ее написал. Читай дальше. Преданный сын, любящий муж, заботливый отец, путешественник и знаток искусств. Он был среди нас, это был исключительнейший человек, а сейчас он покидает наш бренный мир. Не потому, что он решил покончить с жизнью, а потому, что жизнь решила покончить с ним. Именно поэтому мы собрались сегодня для того, чтобы почтить память Лайонела Локриджа? Это надгробная речь, посвященная тебе. Точно! Это пока черновик, я отправлю тебе копию вечером, и тебе надо будет прочитать ее на вечеринке. Почему ты написал надгробную речь для самого себя? Пойми, дело не в гордости, я просто... не могу никому другому доверить такое важное дело, понимаешь? Но надгробную речь пишут для покойников. Да. А я и есть покойник, Фрэнк. О чем ты? Мне осталось жить несколько дней. Кто тебе это сказал? Никто. Я услышал, как мой врач кому-то рассказывал об этом. Все просто. Когда пришел твой черед, ты покидаешь этот мир. И не надо проливать слезы. Я уже давно смирился. Я теперь чувствую себя ужасно. Зашел, начал рассказывать про творог. Ничего страшного, Фрэнк. Тебе нужно будет прочитать эту речь на прощальной вечеринке в мою честь. Только пообещай мне, что никто не узнает. Никто не должен об этом знать. Понимаешь, о чем я? Я очень польщен, но, конечно, об этом никто не узнает. Я еще хочу, чтобы ты знал, что ты единственный, кто достоин быть с Августой вместо меня. Я рассматриваю еще пару кандидатур, но пока ты на первом месте. Не знаю, что сказать. Я польщен, что ты вообще учитывал мою кандидатуру. Ага. Уоррен прочтет на похоронах несколько строчек из стихотворения Шелли. Я все никак не могу понять.
Ты выглядишь здоровым. Я знаю. В этом особенность моей болезни. Я выгляжу абсолютно здоровым. А потом, бац! Надеюсь, что смерть будет безболезненной. Пап, я дома. Уходи, я не хочу, чтобы Уоррен знал. Привет. Привет, Фрэнк. Все нормально? Что с ним такое? Его фирма производит новый вид творога, который плохо продается. И он так напряжен из-за этого? Ну да. Да ладно, странно как-то. Ладно, давай присядем. Я хочу кое о чем с тобой поговорить. О чем? Это касается меня, тебя и всех нас. Я думаю, что надо придерживаться каких-то принципов и не давать жизненным ситуациям сломать нас. Но только не в моем случае. Не уходи, не оставляй меня одну. Я не хочу больше говорить о Джеке. Я очень расстроена, мне надо поговорить с тобой. Это не имеет отношения к Джеку. О чем же ты хочешь поговорить? Если я буду держать это в себе, я сойду с ума. О, секрет? И что же это за секрет? Это не пустая болтовня, это может разрушить жизнь, так или иначе затронуть других. Ну, это уже серьезно. Да, серьезно. Чейн Кэтфилл-младший не сын Сиси. Как это? Вот так. Он сын Софии Лайнелла. Что? София ждала ребенка от Лайнелла, когда вышла за Сиси. Это точно Августа? Ты не сошла с ума? И самое интересное, что Лайнелл об этом ничего не знает. Да? А кто же знает? София, разумеется, Минкс и я. Так, а как ты об этом узнала? Через священника, которому София исповедовалась, а потом она и сама в этом призналась. Ты уже решила, что ты собираешься делать? Не убью ли я их обоих? Ты это имела в виду? Я знаю, что ты в шоке, но нужно сохранять спокойствие. Ты ведь не будешь применять никаких крутых мер? Ты считаешь, что убить их — это крутая мера? А я думала, что такой выход подсказывает тебе это. Лайнелл любит тебя, и все это случилось давно. Ты же знаешь, что ему пришлось пережить, чтобы вернуть прошлое. Чейминг мертвый, мне кажется, нет смысла ворошить его. Не знаю, каким образом, но... София никогда не прекращала меня преследовать. Она всегда присутствовала в нашей семейной жизни, как привидение, живущее с нами. Интересно, как ты нашла того священника? И почему он проболтался? Ведь они дают обет молчания. Он уже давно не священник. Я нашла его фамилию в письменном столе Минкс, а потом я выследила его и заставила все мне рассказать. Теперь я жалею об этом. Ведь что бы ни случилось, во всем буду виновата я сама. Сантана, у меня нет сил это терпеть, понимаешь? Это будет лучше для тебя. Ты же помнишь, что когда-то мы с тобой были близки? Ты говорил, что доверял мне, что я тебе не безразлична. Это было давно, Сантана. Но ты мне все еще не безразличен, и я не хочу делать ничего, чтобы навредило тебе. Как будто ты знаешь, что мне может навредить. Я знаю, что ты очень любишь Софию. Ты знаешь это? Правда? Говоря об этом, могу сказать, что София — единственная любовь в твоей жизни. Так было всегда. Все остальное — просто попытка ее заменить, в том числе и Джина. Ты лезешь не в свои дела. Скажи мне только, права ли я? А впрочем, не отвечай. Просто знай, что Джина не тот человек, который тебе нужен. Я знаю, что вы с Джиной недолюбливаете друг друга, но я знаю, что все дело в Брэндоне. Вы заботитесь о нем с таким рвением, что сама смерть вам не страшна. Не впутывайте меня в это. У меня хватает проблем с моими детьми. Я знаю, ты помирился с Мейсоном, и это пойдет вам обоим на пользу. Я просто хочу, чтобы, когда он вернется сюда, ты был начеку, и чтобы то, что на поверхности, не обмануло тебя. Странное замечание.
Я знаю, и больше я ничего не буду говорить. Пожалуйста, позаботься в первую очередь о себе, Сиси. Потому что сейчас ты можешь положиться только на себя. Как ты смеешь говорить, что я не смогу положиться на себя в своем доме? Я вообще ничего не хочу. Моего сына сейчас судят, и к тому же у меня куча других проблем. Мне не нужен ни ты, ни твои советы. Просто оставь меня в покое. Хорошо. Я не сказала самого главного, но будет лучше, если я не буду этого говорить. Я ухожу. Я не могу сказать ему. Он должен догадаться о романе с женой Мейсона сам. И тогда, возможно, Брэндон навсегда освободится от этой ужасной женщины. Я безумно горд тем, что ты взял управление газетой на себя. Это было непросто, но ты сделал это. И еще, ты послушал своего старика отца, а это бывало редко. У тебя есть все способности, чтобы стать главой нашей семьи, если это будет необходимо. Я? Нет, пап, раз уж ты вернулся к делам, об этом пока можно не беспокоиться. А вот об этом я как раз и хотел с тобой поговорить. Мне кажется, что Брик может попытаться присвоить себе семейные деньги, недвижимость, записанную на нашу фамилию. И ты должен помешать ему. Что ты имеешь в виду? Ну, мало ли что со мной может случиться. Ничего с тобой не случится, пап. Не говори глупостей. Всякое может случиться, Уоррен. И как раз об этом я на самом деле хотел с тобой поговорить. Твоя мать пришла. Давай отложим этот разговор. Мама ничего не знает об этом? Лайонел, я нашла эту коробку рядом с входной дверью. Да, я, видимо, не слышал, что в дверь звонили. Это из типографии. Ах да, это приглашение, которое я заказал. А почему мы получаем приглашение из типографии? Ты заказал приглашение на вечеринку, которая состоится через 2 дня? Что за бред? Приглашение черного цвета? Наверное, тут какая-то ошибка. Нет никакой ошибки, это я их заказал. Очень странно, пап. Уоррен, рад был с тобой поговорить, теперь ты можешь идти. Но мы толком ни о чем не поговорили. Ты можешь сказать мне об этом сейчас? Нет, мы поговорим с тобой еще раз, когда твоей матери не будет дома. Хорошо, как скажешь. Ну, тогда я пойду попробую раскопать что-нибудь о свидетелях по делу Мэгги. Увидимся, пап. Мам, пока. Пока. Ты не хочешь мне ничего рассказать? Почему приглашение черного цвета? Странная вечеринка намечается. Ситуэллы постоянно рассылали приглашение черного цвета. Ситуэллы были теми еще эксцентриками, к тому же они были знаменитыми писателями. А ты так? Вот на этом спасибо. Что здесь происходит? Меня это все раздражает. Это Ник. Это Ник. Ты права. Это я. Это был ты? Все это время? Да. И все 3 недели, которые я не помню, мы были здесь с тобой? Я не понимаю, почему ты мне не сказал? Я хотел, чтобы ты сама вспомнила. При потере памяти лучше не нарушать естественный ход вещей. Так получилось только лучше. Разве нет? Не знаю, что и сказать. Я пока не очень понимаю. Я так рад, что ты все вспомнила. Если бы ты знала, как я ждал этого момента. Я так ждал, когда вернется та Келли, в которую я влюбился тогда. Нет, нет. Я нашел тебя, потерял и снова нашел. Это просто чудо. Не говори так. Почему нет?
Только попроси меня, и я расскажу все, чего ты не помнишь. Ты уже проделала долгий путь, и то, что я тебе немного помогу, не сможет навредить. Самое главное, что мы снова вместе. Келли, что такое? Я не понимаю. Просто это все очень странно. Мы с тобой здесь. Мы занимались любовью. Да, и не раз. Келли, подожди! Ты уже говорил с Эмми? Нет. Ты перестанешь упрямиться и позвонишь ей. Я всегда думал, стоит ли. Уж лучше позвонить, чем вообще вычеркнуть ее из жизни. Да. Ладно, я вернусь через минуту и возьму быка за рога. Удачи, не дай ей положить себя на лопатки. Тетя Джулия, не возражаете, если я присяду? Конечно, нет, ты ведь мой любимый племянник. Я хотел кое о чем тебя спросить. Ты заметила что-нибудь странное в поведении отца? Не мог бы ты выражаться яснее? Я сегодня был у него, и у меня создалось впечатление, что он хотел сообщить мне неприятные новости. Что-то такое, о чем он не хотел говорить маме. Боюсь, я не в курсе, Уоррен. Голос у тебя бодрый. Как дела в волшебном королевстве? Все нормально, я скучаю. Я тоже по вам скучаю. Как там Джонни? Он в порядке, только очень громко кричит. Отлично, значит, все в порядке. К тебе хорошо относятся? Да, все в порядке. Когда ты вернешься домой, Эмми? Эмми, ты планируешь вернуться? Я не уверена. Разве ты не хочешь вернуться? Ты что, не скучаешь по мне? Конечно, скучаю. Так возвращайся, тогда нам не придется друг по другу скучать. Ты не понимаешь. Что я должен понимать? Что я делаю это ради Джонни, ради его наследия? Мы нужны здесь. И что ты думаешь, тебе там дадут больше любви, чем могу дать я? Ты очень изменилась с тех пор, как уехала. Не усложняй все. А я хочу усложнять. Не хочу, чтобы ты так просто мне сдалась. Для меня это такая же жертва, как для тебя. Так не делай этого. Это не обязательно. Я подумаю, когда вернусь. Слушай, тебе очень дорого сюда звонить. Не так уж и дорого, если мерить стандартами Нью-Стейленда. Наверное, ты права. Нам следует поговорить позже. Помни, что я тебя очень сильно люблю. Я тоже очень тебя люблю. Как бы мне хотелось, чтобы ты был рядом. И мне тоже. Мне очень одиноко без тебя. Все хорошо. Я перезвоню тебе чуть позже. Хорошо. Постарайся скорее, пожалуйста. Хорошо. Пока. Пока. Надо что-то с этим делать. Я так больше не могу. В одну женщину, потом в другую. И все без взаимности. Это вроде летучего голландца. Одиноко носишься по волнам жизни. Не надо походить на отца, Уоррен. Впереди у тебя долгая и прекрасная жизнь. Миллионы связей с женщинами, которые выстроились в ряд и только меня и ждут. Знаешь, было бы совсем неплохо, если бы я так не старался быть однолюбом. Я-то знаю, что ты чувствуешь. У меня был целый букет случайных связей. Я хотела, чтобы они были постоянными, но не получалось. А почему? Может быть, что-то в нас не так? Всего лишь нетерпение. Знаешь, я бы на твоем месте подождала пару-тройку дней, прежде чем впадать в депрессию. А теперь ты смеешься надо мной? Нет, смеешься. И правильно, так не надо. Я просто хочу быть хорошей тетей. Это большая ответственность. И ты должен знать, что я отношусь серьезно к тебе. Привет, извини, что опоздал. Мне звонили из Госдепартамента. Просили, чтобы я обрисовал обстановку в Нью-Стейленде. Извините, я не знаю, помните ли вы меня. Меня зовут Уоррен Локридж. Уоррен? Последний раз, когда я тебя видел, ты был худющим мальчонкой. Как поживаешь? Да, все в порядке. Я вас оставлю. Да ладно, нам хорошо будет и втроем. Уоррен тоже ждал. Помогал мне коротать время. Конечно, но сначала мы потанцуем. Я полагаю, они скоро будут закругляться. Хочешь потанцевать? Ты не возражаешь? Конечно, нет. Я люблю смотреть, как веселится и развлекается молодежь. До свидания, Уоррен. Пока. Может, поговорим, прежде чем танцевать? Ну ладно.
Я рада, что ты пришел. Я сомневалась, придешь ли ты. Ты не должна об этом беспокоиться. Я и так переживаю, что опоздал. Я боялся, что ты уйдешь, не дождавшись меня. Скажу тебе честно, что я оставалась бы тут до тех пор, пока не погас бы свет, и меня не вывели бы отсюда. Я виновата перед тобой за мое поведение сегодня, и мне хотелось бы как-то извиниться. Тебе незачем передо мной извиняться, Джулия. У тебя есть карт-бланш на мое прощение. Все, что тебе требуется, это вписать туда свое имя. Привет, Уоррен. Привет, Фрэнк. Как дела? Не особо. Да, я помню, сегодня днем ты был не в духе. А что делать, когда вокруг такое творится? Да, наверное, ты прав. Жаль. Да, Фрэнк, очень жаль. Как бы я хотел, чтобы ты все вспомнила. Ты была так свободна, словно ребенок. Ты готова была попробовать все, что я предлагал. Твоими глазами я по-новому взглянул на мир. У меня такое было впервые. Ник, у меня была амнезия. Нет, ты забыла все плохое, что было в твоей жизни. Разве это болезнь? Но... Ты должна поверить, что я не воспользовался тобой. Я сопротивлялся своим желаниям. Но... В итоге больше не смог этого делать. Келли, за последние 3 недели ты многому меня научила. Например, как быть свободным. Как избавиться от чувства вины, которое мы повсюду с собой таскаем. Я хотел, чтобы мы вспомнили эти чувства. Я думал, что если мы вернемся сюда, чувство снова вспыхнет. Такого больше никогда не будет. А я верю, что будет. Мы полностью отдались друг другу, и это было великолепно. И вдруг к тебе вернулась память, и все пропало, как будто мы были частью одного сна. Но я помню его, и я хочу, чтобы ты тоже вспомнила. Но я хотел, чтобы ты вспомнила сама. Это заняло очень долго, но я терпеливо ждал. И вот это случилось. Да, я вспомнила. Но я не могу любить тебя так же, как раньше. Сможешь, если позволишь это самой себе. Я очень сильно тебя люблю. Нет, Ник, ты любишь другую Келли. Я думаю, мы можем ее вернуть. Она где-то рядом. Она просто дремлет. Ник, пожалуйста. Келли, не бойся меня. Я не боюсь. Мне нужно время, чтобы побыть одной. Хорошо, я дам тебе столько времени, сколько тебе нужно. Я не буду настаивать. Я хочу переночевать здесь, наверху. Хорошо. Но только я хочу спать одна. У меня есть спальный мешок, в нем ты можешь поспать здесь. Может быть, позже я разберусь во всем, но пока у меня все перепуталось. Я боюсь. Не нужно, Келли. Впереди нас ждет только хорошее. Но все же я боюсь. Ты остаешься здесь? Да. Я думаю, они будут только рады, если мы уйдем. Нет, это не имеет значения. Продолжай. Я и так уже много чего сказала. Нет, не сказала. Я хочу услышать, что ты чувствуешь. Не бойся, я не буду использовать это против тебя. А я хочу узнать про твои чувства. Я сейчас чувствую такую близость к тебе. Не играй со мной словами. Просто скажи, ты любишь меня сильнее, чем прежде? Гораздо сильнее. А как сильно? Ты хочешь измерить мою любовь в фунтах и унциях или футах и дюймах? Даю тебе 2 секунды. Джулия, после того, что мы пережили, я очень привязался к тебе. Мне хочется заботиться о тебе.
относиться к тебе как к ребенку. Только подумать, ведь мы могли погибнуть. Такие переживания объединяют людей. Если я тебя сейчас поцелую, ты дашь мне пощечину? Может быть. Ну тогда лучше будем беседовать. А что ты чувствуешь? Я лучше промолчу. Ну хорошо, мне кажется, я все знаю. Ничего ты не знаешь и не можешь знать, что я чувствую. Я, наверное, и словами-то не могу это выразить. Может, ты позволишь мне отвезти тебя домой? Там не надо будет говорить. Мы просто сможем показать друг другу свои чувства. Как бы я хотела довериться тебе. Джулия, тебе не кажется, что мы усложняем наши отношения? Я думаю, можно было бы их сделать гораздо проще. Нет, я не хочу этого. Хорошо, не будем торопиться. Просто сядь со мной в машину, не будем спорить, а проведем прекрасную ночь вместе. А что будет на следующее утро? Пусть будущее решит за нас. Уоррен, если бы я только мог рассказать обо всех моих переживаниях. Некоторые думают, что я всю жизнь могу быть только молочником. Моя жена говорит мне, почему ты не можешь подняться по карьерной лестнице? Мне кажется, что скоро потеряю человека, которого очень люблю. Я тебя понимаю, приятель. Это грустно, очень грустно. Мне кажется, надо еще выпить. Бармен, повтори нам по коктейлю, дружище. Нет, не хватит. Давай еще по одному. Я прекрасно понимаю твои переживания. Ничего страшного. Господа, к сожалению, мы закрываемся. Закрываетесь? Вот так вышвыриваете двух уважаемых клиентов посреди ночи? Фрэнк, все в порядке. Не в порядке. Вообще-то этому парню сегодня сказали, что его отец скоро умрет. Как ты думаешь, он себя чувствует? Люди бесчувственны. Фрэнк, что ты сказал? Рассказываю, что Лайнел... Что Лайнел? Я думал, ты знаешь. Лайнел не сказал тебе? Боже мой! Фрэнк, что происходит? Господи, вот я идиот. Я так по всем вам буду скучать. Если бы у меня только было больше времени. Ты что делаешь? Рассматриваю семейные фотографии. И сколько ты смахнул с них пыли? Ты вообще в последнее время стал каким-то чересчур сентиментальным. Просто не мог уснуть. Я тоже. Воспоминания иногда могут очень сильно ранить. Эту фотографию я помню. Мы с тобой уже 100 лет здесь друг друга знаем. И кто бы мог подумать, что мы так далеко зайдем? Что? Нет, ничего. Лайнел, почему бы тебе не подняться наверх и не помочь мне заснуть? Нет, я хочу побыть один. Не люблю, когда ты говоришь «нет». Я не отвергаю тебя. Но тогда я немного подожду, и мы вместе поднимемся наверх. Поднимайся, я приду позже. У тебя сегодня очень странное настроение. Ты очень отстранился от всех, какой-то молчаливый. Ладно, иди спать. Увидимся утром. Хорошо, как скажешь. Увидимся утром. Надо что-то придумать. Когда я покину этот мир, это должно быть что-то эдакое. Взрыв, но не петарды и бомбы.
мощностью 50 мегатонн. Августа! Will of course be back at the same time tomorrow when Sophia leaves for the wedding. Well, in half an hour's time, it's the Brady Bunch as Cindy loses her mother's earrings. And next, it's this Wednesday afternoon's Wife of the Week. Christopher Biggins tries not to lose today's winner after the break.